Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Начинаем основной рисунок, основной узор. Первую сняли, кромочную. Теперь накид. Две вместе лицевой за заднюю стенку. В первом ряду будет сложновато, в остальных рядах очень просто и стеночки правильно встают так красивенько вот для этого узора. Опять лицевая, две вместе. Из накид, две вместе лицевой. Снова накид, 2 вместе лицевой за задние стеночки все вяжем. И таким образом накид, 2 вместе лицевой до конца ряда. Закончите 2 лицевыми вместе за заднюю стеночку. Так, подошли к второму ряду. Первую сняли кромочную. Теперь мы вяжем практически как смотрят петельки. Если знаете такое выражение, значит, изнаночную, изнаночную. Вот сейчас накид, его вяжем лицевой. Изнаночную, изнаночную, накид лицевой за переднюю стенку. Изнаночную, изнаночную, накид лицевой за переднюю стенку. И так до конца ряда. Второй ряд провязан. Третий ряд. Снимаем кромочную. Смотрим. У нас сейчас изнаночная, видите, да? Изнаночная. Провязываем изнаночной. В общем, мы вяжем второй и третий ряд, как видим петельки. Лицевая. Видим изнаночную, провязываем изнаночной. Видим лицевую, провязываем лицевую за заднюю стенку бабушкиным способом. Третий ряд вяжется бабушкиным способом. Второй ряд мы накид вяжем за переднюю стенку, потому что провязать его за заднюю стенку, ну, как-то и не получится, в общем-то. Скажем так, перекрестится он у нас. Значит, вот уже сформировался наш рисунок. Видите, да? Первый раппорт закончен. 3 ряда. Значит, начинаем новый раппорт. Первую кромочную снимаем, делаем накид. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Провязываем. Накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Провязываем. Накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, провязываем так до конца ряда. Второй ряд. Вяжем так, как видим петельки. Первую снимаем кромочную. Теперь видим изнаночную, провязываем изнаночной бабушкиными петлями. Видим лицевую, провязываем лицевой за переднюю стенку. Видим изнаночную, провязываем изнаночную, лицевую за переднюю стенку. Видим изнаночную, провязываем изнаночную. Накид, простите, не лицевую, а это накид. Накид провязываем за переднюю стенку лицевой. Изнаночную, изнаночную, накид лицевой за переднюю стенку. И так до конца ряда. Подошли к третьему ряду, снимаем кромочную. И дальше вяжем так, как стоят петельки. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую. Вяжем за заднюю стеночку бабушкиными петлями. Когда мы во втором ряду вязали, мы вязали за переднюю стенку накид, ну, потому что накид по-другому не провяжешь, он перекрещивается, да? А здесь все у нас прям стоят бабушкины петли. Вот мы их и вяжем бабушкиными петлями. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот как видим петельки, так и вяжем. Вот образовался уже наш узор. Вот таким образом он выглядит. Я провязала еще 2 раппорта в высоту. Не забываем ставить лайки, делиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Буду рада новым подписчикам. Красная кнопка «Подписаться» на канале YouTube. Оставляйте прямо под видео. Оставляйте комментарии и вопросы тоже под видео. Также там же есть описание, возможные ссылки на полезные видео. А также значок в правом верхнем углу экрана, восклицательный знак в кружочке. При нажатии открываются ссылки на полезные видео. Всего доброго! Вяжем вместе с Мариной.